Раз, два. Без тебя я не жилой, только ты не приходи ко мне, чтобы не произошло, я сам выберусь. А тебе повредит плотный теплообмен с человеком, который не может вернуть ничего, который не может вернуть ничего. Погрузи меня в бассейн, где колеблется цемент, по рукам, по ногам, по зубам, так меня, так. Только нос и глаза мне оставь, чтобы я мог дышать и смотреть, и смотреть, и смотреть на тебя. Дышать и смотреть на тебя. Но если ты великодушна, то учти, что это гиблое дело, и прими во внимание Бог, чего-то мне не дал. И если ты великодушно, пеняй на себя, за такое будет плохо. Что вы там, не, что вы там, что вы не, не спряслось, соблюдай дистанцию. Я заражен, есть такая болезнь, причинение боли ближнему. Мое чувство ритма подлежит сомнению, как и все мои повадки, разрушительные образы и чудо-убеждения. И вообще-то я не злой, но я не добрый, я не нежный, я с собой даже толком не умею разобраться. И не мускулы сапиши, и не долина кука. Для меня желание женщин механизм необъяснимый. Я прошу принять на веру вышесказанное, но не реагируй на мой вой, мол, я все-таки хотел бы, чтоб ты помучилась со мной. Дышать и смотреть, без себя не злой. 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 Дышать и смотреть.